Твоя коска какая, какая она ласковая, вот она какая, аж подпрыгивает, вот она как, сама даже, вот как, какая любвеобильная, даже отставать не хочет, вон все, привязалась. Это Бачкина кошка серая, настолько Бачка ее приласкал, да, она всех любит, вот он поехал, Бачка, по делам по своим. Вот. На склад, что ли, поехал. Вон сорока летит. Белобока. Вот у Бачки тут его паства. Такая. Из животных. Тут же у него вон шкуры висят. А они ходят. Благодарят Бога, наверное, что в этот раз не они там висели. Висят, вернее. Вот. Что там Бачка привез. Вот храм наш стоит. Мешки какие-то. Ого, ничего себе тут. О, а почему не по три? Ну, это маленькое. А то для чего, Бачка? Для овечек? Да. С баранчиком. Да. Отходы. Ага. Вот это гречка. Я как понимаю, это гречка, которую сейчас Игорь убирает уже, да, весной? Угу. Вот она. Гречка, каша хорошая. 25 апреля на уборку выехал гречка. Здорово вообще. А зимой гречка. Осень-то не удалось убрать, снег рано выпал. Ну, сейчас убираю. Да, все запылило. Гречечка лежит. Кашка вкусная из нее. Это все горы гречки. Ну, вот так вот. Труд идет с утра пораньше. Лежать некогда. 9 часов, а уже все все трудятся. Ну, вот так вот. Он тоже трудяга, ищет себе пищу. Ему сложнее. Господь и о нем заботится, ему даст тоже свое время. Так вот. Воробьи чирикают, другие птички. Вон воробушек сидит. Тео. Вот так вот. Вон сколько их сидит на дереве. Что они там за совет у них устроили? Что-то обсуждают. Шустрые такие все. Склад. Ласточка. А нет, это воробей. Слава Богу за все. Аллилуйя.